Его судьба одновременно и счастливая, и трагическая. Еще вчера успешные выставки, встречи с известными мастерами, Европа со сдержанным Берлином и непринужденным Парижем. А сегодня... глухая деревня в Карагандинской области. Владимир Эйферт. Талантливый художник, искусствовед, специалист, фанатично преданный музейному делу. Был сослан из Москвы в Казахстан. Смотрите на нашем канале «История картины «Колхоз имени Пушкина» в программе «Живые образы».